Церковно-славянский, латинский, древнегреческий язык – основу православной веры, церковное пение, православное краеведение. Помимо дисциплин основного общего образования, гимназисты изучают предметы, которые лежат в основе православного обучения и воспитания. Если 10 лет назад порог гимназии впервые переступили 16 ребят, то сегодня в ее стенах с 1 по 10 класс учатся 250 воспитанников. И от того, какие мы семена сегодня посадим, как их зарастим, такой и будет наша страна. И надо помнить и понимать, что без Святой Руси, без чистоты сердечных людей невозможна Великая Россия. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий вручил педагогам архиерейские грамоты и благодарственные письма. Подарком для всей гимназии стала картина с изображением евангельского события. Педагоги и ученики преподнесли митрополиту колокол. Это подарок символизирует предание о том, что Саров начинался с колокольного звона. Успехи гимназистов отмечают на конкурсах и олимпиадах, а также творческих фестивалях, посвященных не только православной культуре, но и различным общеобразовательным предметам. Особые успехи ребята показывают в изучении языков. У нас православную гимназию, которая вот уже 10-й год, сегодня мы отмечаем юбилей, ну просто стремятся родители отдавать своих детей, и они говорят о том, что мы хотим быть спокойны за духовно-нравственное развитие своего ребенка. Это о многом говорит. Развита в православной гимназии система дополнительного образования, кружок по звонарному искусству, иконописи, театральная студия. Ученики гимназии продемонстрировали свои таланты гостям торжественной церемонии. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.